рассмотрим вопрос, как войти в Google Plus и вступить в сообщество NSTU Edu. Входим в наш аккаунт и, нажав на фамилию нашего аккаунта, видим табличку «Войти в Google Plus». Только настоящая фамилия и имя могут быть приняты. После введения даты рождения можно пройти дальше, нажав на кнопку «Сохранить данные вашего профайла». Пропуская ненужные пункты, пропускаем страницу, потом можете подписаться на всякие ленты, плюс страницы, в основном это потеря времени. И обязательно надо добавить свою фотографию здесь. Место учебы, страну. И в следующем пункте мы уже в Google Plus. Можно посмотреть ознакомительное видео. И в левой колонке надо выбрать пункт «Сообщество». Наша задача — попасть в образовательное сообщество НГТУ. Входим сюда и в строке поиска выбираем название нашего сообщества — НСТУ, Нижегородский State Technical University, ЭДУ, отдельный ЭДУ. И находим членов сообщества. Отправляем заявку на вступление. После рассмотрения этой заявки модератором вам на почту придет сообщение о том, что вы приняли.